касание, вот это Галешник забивает. Ничего себе, вот это рисунок. Включается сам в центр, бьет с левой ноги. Неплохо, быстро бросили в аут, нашли слева свободу. Заброс, удар и гол! Ничего себе! Вот это рисунок от аута до такого косого заброса в штрафную и классно переправленный мяч в сетку. Ну, Аланья забила с пенальти. Невероятно красиво срезал этот мяч. И это хорошая игровая, Константин, спасибо вам, комбинация. Из боковой. Бросают тюменцы, удар, касание, вот это Галешник забивает, капитан команды Александр Каратаев, в лед он попал по этому мячу после прострела с правого фланга. Какой гол! Мы сейчас увидели, Тюмень вновь во второй раз в этом матче выходит вперед 2-1 в пользу сибиряков. Да, здоровья мы желаем Даниле Ишкову. Калмыков мяч принимает, там у Калмыков низом, Тимошенко подхватывает, есть ли офсайд или нет, 2-0, Иван Тимошенко, нету положения вне игры, дуплетом стреляет Родина, как вчера Торпедо, по сути, и Иван Тимошенко, лучший бомбардир прошлого сезона, расчехляет свою царь-пушку, и в этом году 2-0, вот так вот, еще пару сезонов назад он за Черноморец во второй лиге играл, а теперь одна из главных звезд первой, 2-0, Иван Тимошенко. Показывает, что за подача будет. Поднятая вверх левая рука. Это комбинация и в дальний угол. Потрясающе Стежко попадает затылком, лбом. Чем? Какая разница? 2-1. В Краснодаре, родном для себя, защитник Енисея Виталий Стежко отправляет второй мяч в ворота Кубани. Передача направо. Здесь мяч получает Кирилл Никитин. За спиной у него забегает партнер. Никитин смещается сам в центр. Бьет с левой ноги! Вот это Галешник! Что творит Никитин? Что творят Никитины в сегодняшнем матче? Дубль молодого новичка хабаровского СКА. Михаил Дегтярев, естественно, доволен. Но его команда увеличивает преимущество в этом матче. Откуда ни возьмись, появился, извините, этот гол.